Начало было впечатляющим. В первой встрече Анна одолела румынскую самбистку Наталью Будиану. Но, к сожалению, во второй встрече удача отвернулась от нашей землячки, и белорусская Татьяна Мацко выиграла Анну, оставив ее претенденткой на бронзу. За третье место соперницей Щербаковой стала Ваня Иванова из Болгарии, которую бурятская самбистка сломила со счетом 4-0. Наша спортсменка стала бронзовым призером Европейских игр. Конечно, хотелось большего, и в первую очередь я, наверное, сама от себя ожидала большего, но вот получилось так, как получилось. В любом случае, бронза – это как бы маленькое начало, что я думаю, что дальше больше. Анна не переживает за результат, ведь в планах чемпионат мира, который пройдет в Марокко в ноябре. Третье место, считаю, тоже достойное место. Это призер, нас достойно выиграла. Но я думаю, что у нас еще впереди чемпионат России, чемпионат мира, точнее, на котором вот эти все грехи можно будет убрать. Но не одна Анна пополнила республиканскую копилку. Батыр Сагалуев на прямом пути к финалу. Напомним, бурятский боксер вышел в полуфинал весовой категории до 49 килограммов, победив в четвертьфинале Иштвана Унгвари. Следующий бой у Батыра состоится сегодня в 22:15 по местному времени. Соперником выступит Мухаммед Унлу из Турции. Но независимо от результата этого боя, Батыр гарантировал себе бронзовую медаль Европейских игр. Елена Темникова, Сергей Костенко, новости дня.